Итак, друзья, в апреле ждем обновления 10H1 для Windows 10, которое вообще будет сенсационным. Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше загружать процессор. Выпустил крупное обновление Windows 10 под названием, как я уже сказал, 20H1 ну или v2.0.0.4 до конца текущего месяца или в середине следующего. В нем будет реализовано. Немного новше, включая э, некоторые из которых снижение нагрузки на центральный процессор и уменьшение объема занимаемой э, ну, памяти на диске C. Также э, в так называемом майском обновлении улучшится поиск и станет более простым, наглядным процесс подключения беспроводных устройств через интерфейс Bluetooth. В нынешнем варианте Windows 10 его вряд ли можно назвать интуитивно понятным. Ну, хотя, не знаю, мне лично интуитивно понятно. Так что, друзья, вот такая вот новость. Надеюсь, она вам нравится. Всего доброго, всем пока, до свидания.